В преддверии Дня милиции в Управлении внутренних дел Гагарского района состоялась официальная церемония награждения отличившихся сотрудников в своей профессиональной деятельности. В преддверии празднования Дня милиции приказы министра внутренних дел Республики Абхазия Аутара Мхеция за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, за долголетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, почетными грамотами, нагрудными знаками «Отличник милиции» 1, 2, 3 степеней были награждены сотрудники милиции Гагарского районного управления внутренних дел, а также присвоены специальные звания. Официальная церемония награждения проходила в Управлении внутренних дел Гагарского района. Сотрудников награждал заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Нукзар Аргун, который поздравил их с профессиональным днем милиции и пожелал в нелегкой работе удачи и терпения. Я хотел бы пожелать вам терпения, пожелать высокого чувства ответственности. Так как любая работа на любом уровне, на любой должности, она очень ответственна в органах внутренних дел. И очень много от каждого из нас, из вас зависит. Сегодня какой будет авторитет у органов милиции, у сотрудников? Что о нас будут говорить в обществе? Как будут давать оценку простые люди? И исходя из тех условий, в которых мы сегодня работаем, да, они не всегда легкие, они сложны. Да, наш труд, ваш труд не всегда оплачивается на том уровне, который бы вы заслуживали. Но раз вы выбрали эту профессию, раз вы решили встать на этот путь, значит, нужно проявить стойкость, решительность и, конечно же, ту меру ответственности, которая на нас всех возложена, на вас. При всем этом, учитывая все эти сложности, мы, конечно же, вас в любом случае, имея даже там какие-то замечания, имея выговора, имея дисциплинарные взыскания, мы вас благодарим за вашу службу, очень нелегкую и ответственную. И еще раз с праздником вас, дорогие товарищи! В этот день сотрудники милиции принимали поздравления и от своих коллег. Хочу поздравить всех сотрудников УВД по Гагарскому району с Днем милиции, с этим праздником нашим профессиональным. Желаю здоровья, в первую очередь, мира, спокойствия в их семьях, успехов в работе. Я от всей души поздравляю весь личный состав Управления внутренних дел по Гагарскому району с профессиональным праздником. Желаю им прежде всего крепкого здоровья, благополучия, их семьям, близким, родным, служебного роста, всех благ, всего самого хорошего.